В Стамбуле открыли огонь по школьникам. Есть жертвы. Стрелок пытался покончить жизнь самоубийством. В Стамбуле неизвестный мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по группе школьников. Инцидент произошел в районе Пиндик, передает CNN Turk. В результате нападения одна школьница скончалась на месте, еще двое учащихся получили ранения. По данным телеканала, злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако полицейским удалось догнать его и задержать. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Мотивы стрелка пока неизвестны. Как сообщал корреспондент Net, ранее в Киеве неизвестные ранили в живот водителя Лексуса, пытаясь отобрать у него купленную в обменнике $1000. Нападавших на замглавы Одесского облсовета поймали. По материалам сайта news.com.